Всем привет, друзья! Сегодня пришли кроссовочки на обзорчик. Кроссовки я уже распаковал. Вот, и пришли мне вот такие вот кроссовки. Называется фирма, не знаю, как правильно говорить, Bonnot Sports Shoes или Bonnot, или Bonnot. Как-то, в общем, так, такая вот лейба висит. Вот такие вот кроссовочки у нас. Значит, левый, правый, все дела. Тут пришел, значит, 39 размер. Вот сейчас мы с вами посмотрим, как они тут проклеены. Вот. Так, жалко, у меня освещение не очень крутое. Ну, постараюсь вам показать. Так вот. Так, еще раз приблизим. Посмотрим. Ладно. Сейчас мы тогда поближе это дело вот так вот посмотрим. Так, плохо видно, ну ладно. В общем, максимально постараюсь передать, как они здесь у нас проклеены. По шовчику все у нас тут заклеено, все, носочек полностью тоже заклеен, он, видите, никаких пробелов, ничего нету. Тут тоже у нас все отлично, все добротненько. Так, подошла у нас пена, сюда какая-то штучка заходит, натянуто что-то, не знаю, что-то серенькое. Ну да, в общем, ладно. Так, вот такая вот у нас подошва. Вот так вот подошва, как я уже сказал, у нас пенка такая жесткая, хорошая подошва, ну как обычная пена, собственно. У нас вот имеется размер 39 евро, USA 65, 24,5 сантиметра. Так, шнурочки у нас такие. Шнурочки обычные. Вот эти штучки у нас металл. Вставочки у нас вот эти. Вот эти. А как тут? Что-то непонятно. Короче, это то ли пластик, то ли... А, резина больше какая-то, короче. Она как вдавлена вот в эту ткань, и оно там приклеено, сидит довольно плотно, как влитое. Так, у нас логотипчик Bonnot, здесь у нас на вешалку вешать штучка, она пришита. Вот тут ткань довольно плотная, здесь ничего не двигается. Здесь тоже все так хорошо. Плотная нейлоновая ткань. Так, посмотрим, что у нас там со стелечкой. Так, под стелечкой у нас здесь еще дополнительно под пяточку такая штучка есть, чтобы вам было удобно. Такая вот у нас стелечка идет. Вот. Под низом у нас сразу подошва. И тут твердая такая. Вот. И нету, кстати, вот этой ненавистной сетки, которая обычно там под подошвой, вернее, под стелькой находится, такой квадратики, знаете, с углублениями. Здесь их нету. Тут цельная подошва идет. Вот. Здесь еще какая-то стелька приклеена. Она не отрывается. Так, а с чего она сделана? Непонятно, тоже тканевая какая-то. Проклеена хорошо. Никаких нареканий. Так, запихиваем обратно стелечку. Вот так вот. Стелька легла хорошо, аккуратненько. Вот такие вот у нас кроссовочки. Выглядит хорошо, модняво. Это у нас правый. Вот. Моделька такая приятная, спортивная. Так, тут у нас что-то
такое. Это у нас ляп какой-то. На маркер похоже. А вот стирается. Ну, тут ничего страшного, оно стирается. В принципе, не буду сейчас дряпать. В общем, эта штука стирается. Вот этот вот след. Так, тоже у нас все нормально. Вот эта вот синяя штука, она не стирается. Довольно-таки все качественно, плотненько. Так. Так. Тут тоже у нас все проклеено хорошо. Никаких нареканий нету. Подошва плотная. Все сидит хорошо. Задник у нас не то, что там он супер-пупер, там прямо такой деревянный, но, скажем так, форму держит. Он плотненький. Вот. То есть хороший задник. Здесь у нас мягкая сверху. Так, тут у нас опять же штучка для шнуровки. Еще одна. Опять же размеры наши. Вот. В общем, все хорошо. Качество меня вполне устраивает. Так, так. Хорошо. Вот такие вот у нас кроссовочки. Так, так, так. Так. Ну, в общем, еще рассказывать. Качество хорошее. Вот. Красиво выглядят. И стоят недорого, собственно. Banwood Fashion. Вот такие вот у нас кроссовочки.